А мы чего, товарищ прапорщик, тут будем? Евсихин скривился. Селить людей в таком месте, это уж даже не по походному, куда хуже. А чего, у нас и палатки не будет. Поддержал наступление товарища Резинкин. Мужики, отступил Федор Петрович. Я не знаю. Мне сказали, вас сюда отвезти. Вероятно, мобильная засада. Вот ограничение 90. Давай. Отступил Федор Петрович. Я не знаю. Мне сказали, вас сюда отвезти. Вероятно, мобильная засада. Ограничение 90. Давай. Thank you.